Salom aleyküm. Kança bir de norun değerlenir? Orası 500 kilo şiş gerek. 500 kilogram? O şiş gerek. Ne mi olur eğer 500'den aşsa? Bu rekord ke tayyorlanyapti. Yani, evet. Biror joyda bo'lganmi shunaqa? Yo'q, Moskvada, birinchi marta. Boshqa joyda? Boshqa joyda xabarsiz. Hech kimga bo'lmasa kerak, biz kitobni bo'lsin. Bu faqat Qozon restoranini tayyorlayaptimi yo? Rahmat. Rekordga tayyorgarlik ko'ryapsizlar. Mana qaranglar. Sardor. Sник, который, наверное, узбекская кухня настолько стала близка россиянам, москвичам, что вот приготовили такое вот громадное, восхитительное на вкус блюдо. Вы же попробуете рассказать. Обязательно. Но это еще не все. Мы еще будем развиваться, продолжаем готовить это блюдо. У нас это блюдо будет 700 килограммов на рынок. Надеюсь, всем хватит. Но я слышал, что он еще и тянет на какой-то рекорд. Мы думаем, что какой-то рекорд мы завоюем, но рекорд не заявлен, но мы хотим сделать очень много. Мы сделали это самое большое, насколько мне известно. И кто больше пока еще делал. Я тоже не видел, чтобы в таком количестве на рынок. А насколько он полезен? О его качествах? А что можете сказать о качествах на рынок? Вы знаете, это, во-первых, все натуральное, да, никаких консервантов, все заготовлено. Вот кухня, в которой готовили все это. А где козы готовили? Откуда козы? Козы, козы это ташкентские. Ташкентские козы? Да, ташкентские козы. Тесто мы сделали здесь. Все замечательно с нашими ребятами. Мы это все называется? Нарезали. Я смотрю, готовили. Ребята тоже мастера из Узбекистана. Да, все из Узбекистана. Еще будет бульон. Спасибо большое. Надеемся, что он очень понравится и рекорд будет побит. Спасибо. Наши повара из нашей российской ассоциации помогли в этот рекорд установить. Заодно хочу представить всех людей, которые были причастны к этому замечательному событию, наших VIP-гостей, которым сегодня предстоит доделать этот рекорд, доделать своими собственными руками, вот здесь облачиться в фартуки и доделать. Депутат, руководитель комитета Госдумы Алексей Митрофанов. Когда мы с ним общаемся, мы с ним обычно встречаемся именно в узбекских ресторанах, потому что он считает узбекскую еду самой вкусной. Правильно? 100%. 100%. Я считаю, что вообще замечательное мероприятие. В Москве очень любят кухню узбекскую. И я думаю, русских любят в Узбекистане, поэтому мы все вместе должны чаще собираться. Друзья мои, Анна Николаевна Шатилова, легенда. Они приезжали ко мне домой, у меня дома огромный казан, у меня есть огромная мантышница, потом, да, они дома делали у меня плов, был гость англичанин, но вообще сошел с ума от этого, знаете, великолепия узбекской кухни. Да. Так что я рада, что сегодня вот здесь на этом торжестве. Спасибо. Пришел, к сожалению, ошибившись на 2 часа, знаменитый наш телекомментатор Владимир Гомельский. Но он пришел в 4, у нас 6 было заявлено. Он поел, да, и ушел. Но мы ему все равно выдали сертификат участника рекорда. Друзья мои, народный артист России Александр Петхов, человек, снимающийся в спектакле «Алибаба и 40 работников» в виде деда разбойника Хасана. А как он поет? Нам сегодня это еще предстоит услышать. Народный артист России Олег Марусев, родившийся в городе Ташкенте. Разговаривает, да, он даже пришел сразу, сказал, вот как, где, чего, и поставил наших поваров, можно сказать, в тупик. Да, да, задавая им вопросы правильные, о правильной еде. Великий человек, который внес наше, вообще, и свадьба.
шапки, да, все есть. Занимайте места за столом, друзья мои. Двигайтесь, Хаким, двигайтесь. Пожалуйста, Алексей Валентинович, вы же раньше отвечали за международные связи. Это сейчас... Я буду руководить. Тоньше давай, тоньше. Да. Тонкая-тонкая соломка. Тонкая соломка. Соломка. Бывало, но с работы. А вот мама там как раз прожила и закончила школу с золотой медалью, между прочим, поступила в университет в Ташкенте. Маргарита Терехова жила в Ташкенте. Вот это видите, как открываются люди. Вот мы пришли сюда и оказалось, что действительно все так или иначе связаны с Узбекистаном. Спасибо. Спасибо за интересную историю. Так, это превысить 216 килограмм, которые были приготовлены в новогоднюю ночь 2011 года в городе Нарын, Ферганская долина, Узбекистан. Так, итак, внимание, все готово, чистота, друзья мои, вот это, вот все, ладно. Я все смотрю на весы. А смотрите на весы. Сколько? 7100. 7100, 7,1, пишите. Не, это мы посуду. Нет, все нормально. 7100. Александр. Музыку, известная мелодия. Погромче, еще громче, форте. Если бы я был султан, я бы имел казан. Я бы в нем весело гулял. И казан — это жизнь. Все документы теперь экспертиза проведена, рекорд зафиксирован, отправляется в книгу рекордов Гиннесса, и в ближайший месяц вы появитесь в книге рекордов Гиннесса. Одну порцию такого хорошего, не-не-не, вот тысяч раз, молодой человек, вот они, хипстеры, а сами какие-нибудь... 60-100! Не надо, давайте сделаем нормальные. 70! 70 тысяч, Александр Гринёв, раз! Саша, мы принимаем наличными деньгами. У меня больше...